один из основных методов обрабатывания стекла – это легковытяжка. Таким образом и делается вся скульптура. Сложность способа заключается в том, что мастеру даны всего лишь 2-3 минуты, чтобы закончить скульптуру. Так как из-за резкого перепада температуры стекло очень быстро остывает и теряет эластичность. Дважды для нагрева печь стекло не опускает, иначе прежде вытянутые детали потекут, как свеча, и от работы мастера ничего не останется. Но даже если мастер допустил какую-нибудь ошибку, не успел за эти 2 минуты закончить скульптуру, стекло не выбрасывают, а складывают в отдельный контейнер и затем заново раскладывают. Наш мастер работает мастером стеклодувом уже 40 лет. Хочу вам заметить, что по сей день не существует ни одной школы, где можно обучиться этому ремеслу. Ремесло передается строго по наследству и исключительно по мужской линии. Женщин к этой профессии Венеции не допускают. На ваших глазах скульптура готова. Температура стекла в данный момент около 700 градусов. Тем не менее, для работы стекло считается холодное. Для полного остывания стекла